Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Завтра последний день тотальной распродажи всего ассортимента в магазине стильной одежды и обуви Grand Prestige. Только до 30 июля включительно вас ждут грандиозные скидки на весь ассортимент и подарки. Не пропустите главную распродажу сезона. Наслаждайтесь выгодным шопингом вместе с магазином стильной одежды и обуви Grand Prestige. Адрес: улица Булгакова, 19. Партнер программы «Прогноз погоды» – компания «Евростиль». Компания «Евростиль» предлагает пластиковые и деревянные евроокна, алюминиевые и пластиковые лоджии и балконы, и натяжные потолки, качество без переплаты. Вывоз мусора включен в стоимость. Адрес: Ленинградская, 25/14, Рембыттехника, 2 этаж, офис номер 37. Уличный шум и дорожную пыль оставит за окнами «Евростиль». И о погоде. По данным Печорской гидрометеообсерватории, завтра, 30 июля, в Печоре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью будет 8-10 градусов выше 0, а завтра днем 22-24 градуса тепла. Уважаемые рекламодатели, разместить информацию в нашей программе вы можете, обратившись в центры обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, улица Ленина, 16, телефон рекламной службы 3-56-90. Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». В студии была Наталья Чижина. Всего вам самого доброго. До свидания.